В Баку на днях проводилась выставка товаров, как местных, так и зарубежных компаний. Компания MR Chemical представила краски производственного назначения. Были стенды, на которых можно было найти образцы рабочей униформы. Югук Борусу представляла свои юридические услуги, такие как пенсия, страхование, договоры и прочее. В здании можно было найти стенд с красочными сувенирами. PM Академия демонстрировала услуги психологии и детского развития. Следующим мы посетили Saat Store, торгующую брендовыми часами. Lassa – так называлась компания, которая представляла автомобильные шины. Компания Asji Group проинформировала посетителей о своих полиграфических услугах, нацеленные на рекламу. Ювелирные изделия демонстрировала фирма Zinatin Shanhai, основной ассортимент которой состоял из колец, сережек и кулонов. Мы нашли даже такие стенды, где предоставляли информацию о пластиковых трубах сантехнического применения. Также мы не обделили вниманием медицинский сектор в лице Allianz Assis Group. И напоследок нам продемонстрировали функциональность камер внутреннего и наружного наблюдения.